Всем здорово, YouTube! У микрофона Фикс и Кабан! Кто? Ну, большая хрюмпочка. Если что, ребята, никто из нас не ссорился. Кабан мой канал не крал, это была шутка. Почему-то некоторые не поняли, поэтому, ребят, надеюсь, все нормально. Не отписывайтесь от Кабана. Да, ребята, это не обижайте нас в комментариях, шашлык нас тоже не надо пускать. Все хорошо. Ну и, в общем, сегодня у нас с Кабаном супер интересный видос. Дело в том, что мы с Кабаном раздобыли супер редкие кирки. И какие же это кирки? Из чего они, Кабан? Они... из бедрока. Ну да, я думаю, это и так видно. И дело в том, что у этих кирок есть одна особенность. В теории они могут сломать бедрок. Ты улыбаешь, Кабан? Мы сломали бедрок! И с помощью этого бедрока, если, конечно, мы сможем его сломать, узнаем чуть попозже, мы станем самыми богатыми в этом мире Майнкрафта и сможем сделать бедроковую ферму, то есть машину по производству бедрока, бедроковую броню, бедроковые инструменты и дом из бедрока, собственно. Ты что так близко, Кабан? Отойди, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Давай скрестим наши кирочки. Я думаю, скрестили. Ну и перед тем, как начать, надеюсь, что вы уже подписались на канал и поставили лайк, так как, ребят, подписка это очень важно. Если вы еще не подписаны, то, Кабан, почему они не подписаны? То они... ну... опять ты близко ко мне подошел. Все, Кабан, аккуратно, аккуратно. Ну и не забывайте ставить лайки. Давайте в этот раз попробуем набрать 3 лайка. Ребят, я вас попросил набрать 1 лайк. Подожди, вы набрали 80 тысяч за день. 1 лайк попросил набрать. Ну что не так? Я не понимаю, вы меня троллите или что? Так, договариваемся на 3 и все. Ну а мы начинаем. Так, ну давай, какой у нас план? Что мы будем делать? Ну что, Кабан, я думаю, нам надо начать с того, чтобы мы докопались до бедрока и попробовали сломать его нашими иксу. Суперкирочками. Что, прям сразу? Да, мы его сломаем, а потом нам нужно найти кучу нужных ресурсов для того, чтобы сделать бедроковую ферму. Если у нас, конечно, получится сломать бедрок. Ты готов? Да, ну слушай, по-моему, кирка еле-еле даже землю ломает. Ох, стоп, что? Это ты сломал? Я думал, я это рукой сломал. Да, она очень быстро ломает. О, это круто. Давай, тогда мы быстро докопаемся. Только давай копать лесенкой, и чтобы каждый друг другу не мешал. Смотри, сейчас вот так расходимся. Ну да, ты вроде как правильно сделал. И просто копаем пирамидкой вниз. Так сказать, ну ты понял. Во-во-во, идеально, идеально, идеально. Да-да-да-да-да-да. Вот так. Боже, Кабан, я совсем забыл. Мы вот сейчас добыли уголь, а палки не добыли, чтобы взять себе хотя бы факел в руку. А то реально ничего не видно. Не-не-не, не поднимайся, сейчас я все принесу. Мне ж по факту надо всего лишь добыть одно дерево, и я его уже добыл. Давай, я тебя тут вообще-то в полной темноте совсем одиношенько жду тебя. Слушай, я особо торопиться не буду. Тебе там как, страшно вообще? Мне страшно и одиноко. Кстати, добренький заболел, поэтому не смог принять участие в ролике, пожелать там ему здоровья, ну и чтобы он скорее возвращался. К сожалению, Добра не увидит, как мы впервые в Майнкрафте попробуем сломать бедрок. У меня никогда это лично еще не получалось. Держи. Пришел спаситель. Да-да-да, Кабан. Продолжаем копать. Нам еще до бедрок и рыть. Это моя сторона. А, да? Да. Так, подожди. А что с моей не так? Как тут лестница работает? Подожди. Так, вот так. Стоп, что я запутался? Подожди. А, все, осознал. Ты вот тут выкопал лишнего, блин, Кабан. Так я тут в темноте бегал, искал уголь. А, это я вообще-то уголь тут копал просто. Отлично. Слушай, как думаешь, сколько нам еще до бедрока? Я что-то уже устал копать. Но, посмотри, наши кирки вообще не ломаются. А, стоп, они не ломаются? Ну, они ломаются, но супер-супер медленно. Когда они сломаются, Кабан, мы уже раздобудем себе столько бедрока, что нам хватит на 10 таких кирок. А ты уверен, что она, ну, реально способна сломать бедрок? Я, честно, не уверен. Это миф, но, по идее, клин клином вышибает. То есть, бедроковая кирка бедрок должна ломать, понимаешь? То есть, ты когда брал у незнакомого мужчины за 10 рублей эту кирку. Меня ничего не смущало, совершенно ничего меня не смущало. Только вот гравий, который нам попался, и придется лестницу всю ломать. А, только мне гравий попался, да? У тебя там нормально, камень вообще, да? Да, я вообще прекрасненько, иду дальше. Погоди, получается что? Чтобы взять такую кирку, нам нужно 3 бедрока и 2 палки, или... Нет, Кабан, если ты обратишь внимание, то основание нашей кирки не из палок. Мне кажется, это алмаз. Нам алмазы нужно найти? Ну да, но сначала желательно бедро, хотя его найти очень легко, я думаю. Ну да, это самый легкий ресурс. И, кстати, я уже добыл 400 блочника. О, нашли. И не нашел ничего, кроме камня. Я вот золото нашел. Чуть-чуть железа. Да, было. Но, подожди, а, нужно нам надо. Окей, я запомню, стой. Окей, давай расчистим путь. Самое главное, это не провалиться под мир. Ты что делаешь? Ты что делаешь? Ты улыбаешь, Кабан! Кабан! Обманули! Получилось! О, я его забрал. А, ты уже забрал? Мы сломали бедрок!
Слушай, кабан, нам надо продолжать его добывать, к сожалению. По какому сожалению? Бедрок вообще добывается. Нормальной такой скоростью. Конечно, конечно, к счастью. Да. Главное не провались под мир. Мы добудем достаточно, вот у меня уже два есть. И тогда нам нужно делать фабрику бедрока. А что там нужно? Ты хоть ресурс скажи. Окей, я примерно помню, что нужно для фабрики. И это вроде как 6 железа на одну штуку, поршень, раздатчик и бедроковая кирка. К счастью, она у нас будет. Одна бедроковая кирка или две? Ну, для каждого по одной. То есть в итоге две. Нам же нужно две штуки сделать. Ну, может быть, даже больше. Ну, кстати, да, да. Хотя, не знаю, понадобится ли нам больше, потому что вроде как одной фабрики по добыче бедрока вполне хватает, чтобы добывать его очень и очень быстро. Да, ребяточки, поэтому смотрите обязательно ролик до конца, чтобы посмотреть, как работает эта ферма. Блин, слушай, так непривычно ломать бедрок, тебе как? Я рад, то, что он хотя бы не так долго ломается, как обсидиан. Ну да, кстати. Ну, потому что у нас, кстати, бедроковые кирки. А как она будет ломать обсидиан, интересно, с какой скоростью? Вот уж не знаю, ну, ощущение реально странное. Есть такое. Каждый раз мне чувствуется, что я его попросту не ломаю, но я вот вижу вот эти вот всякие раздробления в нем, и реально приятно. Mm-hmm. Так, у тебя уже сколько там? 10 штук, а у тебя? 8. Окей, неплохо. Я вот думаю, нам стоит все-таки сделать две фабрики по бедроку, потому что мы будем добывать его так в два раза быстрее, так как нас двое. Ну, все-таки. Конечно. Ну, еще потом добрый подключится, так что можно еще третью сделать по приколу. Так, слушай, я думаю, пока что нам бедрока хватит, по 12 штук, чтобы у каждого было, а потом еще вернемся, когда уж фабрику сделаем, так будет легче. Согласен? Ну, да, давай сделаем так. Только у меня еще не 12, у меня 10. Ха, окей, добывай пока бедрок, а я пойду искать нам остальные ресурсы. Что там, железо нужно? Да, железо, редстоун, по идее. Редстоун? Я никогда в жизни редстоун не добывал, всегда его выкидывал. Плюс-плюс. Но сейчас придется добыть кабан, и желательно нам бы найти шахту, иначе мы так редстоун в жизни погоди, не найдем. Погоди, нам не только редстоун-то нужен, нам нужно еще алмазы найти. О, редстоун. О, отлично. Это было легче. Окей, алмазы нам тоже нужны, но для того, чтобы сделать фабрику по бедроку, алмазы не нужны. Это только для инструментов. А, то есть кирки у нас уже есть, и можно использовать те, которые у нас есть. Да, я, кстати, нашел железка, и довольно большом количестве. Блин, сейчас вот не хватает, кстати, того читерского зачарования в моем прошлом ролике, которое позволяет добывать всю руду сразу. Приходится добывать по отдельности. Кстати, слушай, прочность наша довольно потратилась, да, сильно, потому что мы вроде копали бедрок, и, возможно, из-за этого... Ё-моё, урон 5. У кирки 5 урона. Да, это неплохо. И, по-моему, я нашел пещеру, кабан, так что, когда закончишь, поднимайся ко мне, если ты... Понял, я уже иду к тебе. Я, конечно, слышу где-то здесь летучую мышь, но пока не понимаю где. Давай вслушивайся в стены и там хрюкай как-нибудь. Так если я буду хрюкать, ты не услышишь, где мышь летучая, я ж ее перехрюкаю. Но я услышу просто тебя, кабанчик, похрюкай, похрюкай. Хорю. О боже, это всегда как в первый раз, отлично. Так, слышишь летучую мышь, она где-то здесь, реально. Вот где-то вот прям тут, вот прям, ну, ощущение, что прям вот тут вот где-то. Так ты не дошел, получается, пещеру-то, я просто так сюда бежал. Да, кабан, ты бежал сюда просто так, но пещера где-то рядом, я тебе отвечаю. Слушай, мы уже очень высоко, нам нужно ниже, мы на высоте 30, мы тут никаких алмазов не найдем. Ты прав, кабан, спускаюсь. Просто спускайся вниз. О, пещера! Боже, кабан, вот ты это... гений, ты гений, тут столько железа, да. Столько железа, кабан. И это как раз то, что нам надо. И летучая мышь, вот она где жужжала. Давай так, кто найдет алмазы первый, тот... тот крутой, короче. Я думаю, ты уже нашел и потом уже придумал эту, да? Да, так и есть. Что, реально нашел? Нет, я не нашел алмазы, подожди. Но у меня шахта вроде вот есть еще место, где мы... Ну да, конечно. Я ничего не нашел, кабан, только железо, а ты? Я нашел уголь, очень много железа. Какая высота? 30. Нет, это... Так это не та высота. Я добыл уже себе достаточно железа на нас обоих даже. Я где-то здесь слышу лаву. Возможно, там алмазы будут? Я тут ведьму даже вижу. Чего? Ведьма тут около лавы бегает. А, то есть лава была здесь, а я сидел и копал ее, да? Класс. Так, слушай, ну ты не пошел туда, где ведьма, а там, наверное, алмазы, поэтому ведьму я скину в лаву, а сам пойду за алмазами. Главное не умереть. Так, 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 так. Нет, стой, это моя идея. За алмазами, да не, вообще не твоя. Так, так, так. Слушай, если тут будут алмазы, то выигрываю я. Не, кто получает достижение? А, нет, тут нет алмазов. Очень жаль. А я чуть не умер, кабан, у меня полсердечка. Очень жаль. Да ты б не сдох, у тебя же просто отравление, оно не убивает. А тут зомби просто пробегал, знаешь, он вполне себе убивает. Не, я его сам убил. Хорош, кабан, хорош, спас меня. Только вот алмазы мы так и не нашли. Но есть у меня одна теория, которую надо проверить. О, я нашел секретное продолжение шахты. Тут куча ресурсов, паук. Но я пока алмазы не вижу. Офигеть. Стоп, что это? Данж? Здесь данж? Там могут быть алмазы. Так, я осторожно, иду, осторожно, иду. Осторожно. Тут зомби, а у меня пол хп все-таки, кабан. У меня реально пол хп. Так, кабан, проходи, проходи осторожно. Здесь зомбарь вот стоит. У меня
пол хп. Ты не видишь дар, что ли? Так, алмазов нет. Зомби есть, алмазов нет. Срочно застраиваться. Кабан! Кабан, прикрой! Кабан! Пол хп, пол хп, кабан! Давай, давай, ты справишься. Я твоя группа поддержки, кабан. Давай, молодец. Красава, спавни ломай. О, алмазов нету. А что, все, один сундук, что ли? Да, ну еще ты меня сюда привел, блин. Придется есть гнилую плоть. Там есть секретное продолжение, как ты говоришь. Ну-ка, пойдемте. Мое секретное продолжение, подожди. А вот и все. Подожди, постой. Ладно, тогда я пошел в свое. Я пошел в свое. А есть что, я к тебе потом привернусь. Правда, я не уверен, что тут есть алмазы. Кстати, кабан, ты заметил, сколько бы мы сейчас ни копали, кирка вообще не тратит прочности. То есть она тратит его только на бедроке. Ты заметил? А, кстати, я реально столько уже сломал. Да. Еще когда я замечал, тогда она вообще была примерно такая же вообще. Да, ровно так же, все верно. Ладно, ребята, мы с кабаном вернемся, когда найдем алмазы, потому что дел у нас еще куча. Нашел кабан, посмотри, сколько! Ну-ка, давай, сюда быстрее, кто-то. Мое. А у нас нет достижений, кабан. А, ну раз нету, то и да, как бы. Окей, нам хватит это как бы на 4 па. Стоп, что, 6 алмазов? Подожди, кабан, тут было 6 алмазов. Я как будто. Чего? А, ладно, видимо, было реально 6. Окей, у нас с тобой 6 палок для наших инструментов. У меня вообще нет алмазов. А, они у тебя все, да? Ну да. Отлично. Окей, кабан, для того, чтобы сделать фабрику бедрока, нам нужен раздатчик и поршень. Для поршня у нас уже все есть, а вот для раздатчика нам понадобится лук. Поэтому сейчас добудем его и вернемся. Да, согласен. Где мы тут паука-то с тобой найдем? Толстого, большого, жирного. Сейчас найдем. Окей, ребята, мы добыли все, что нужно. Скрафтили 2 лука. Один у кабана, один у меня. И сейчас будем крафтить фермы бедрока. Готов, кабан? Давай. Я не тебя, кабан, я вот этого. Алло, вы что там? Вы что делаете, парни? Отойди. Ё-моё, кабан, вот такое нельзя, блин, на ролик. Это наши личные дела. Ладно, все. Окей, а я пока начинаю крафтить. Итак, смотри, чтобы скрафтить раздатчик, нам нужно аркой в виде штанов выложить булыжник, внизу редстоун и в центр поставить лук. Будет раздатчик. Окей, а чтобы сделать поршень, нам нужна печка для железа. Да, молодец, кабан. Но желательно поставить еще пару печек, потому что это будет очень медленно. Куда все железо всосал? Да, кабан, забираю. Сейчас я буду крафтить. Итак, смотри, чтобы сделать раздатчик, нам в центр надо положить железо, вниз редстоун, сверху три... Ой, раздатчик, поршень. Сверху три дерева и по сторонам бедрок. И у нас получается поршень. Погоди, я сейчас сверху три дерева, железо снизу так. А по сторонам что, бедрок? По всем сторонам, да? Какой бедрок? Поршень, кабан. Мы еще не фабрику крафтим, а ингредиенты для нее. Так ты сказал бедрок. Я сказал булыжник. А, булыжник. Ну ты сказал бедрок, 100%. Ребята, напишите в комментариях, что я сказал, потому что я теперь сам не верю, что я сказал булыжник. Окей, смотри, теперь крафтим саму ферму. Итак, в самый верх выкладываем бедроковую кирку. Так у меня алмазов нету. В смысле? А, погоди. У тебя же своя есть кирка, ё-моё. В самый верх по центру? Да-да-да. В центре поршень, внизу раздатчик и по три железа. Ой-ой-ой. В центре по-моему, я забыл крафт. Ребята, видимо, мы поняли, в чем наша проблема. Нам придется крафтить себе наковальню. Потому что наши кирки сломаны, и, видимо, из-за этого оно не крафтится. Ты как там наковальню-то собрался делать? У тебя столько железа или сколько у тебя железа? Ну, сейчас посмотрим, хватает мне или нет. И да, нам хватает идеально. Что, ты уже сделал наковальню, что ли? Да, сделал. Надеюсь, нам хватит железа потом на остальное. И чиним, пожалуй, свои кирки. Они не чинятся с помощью бедрока. Делаем новые кирки, кабан, мы зря крафтили наковальню. Дай 3 алмаза, погоди, у нас было 6. Так, держи тебе 4, кабан. Мне нужно где-то надыбать 6 железа, чтобы это все дело попробовать скрафтить. О, получилось, кабан, получилось. А у тебя есть 6 железа? У тебя есть 6 железа? Да. Отлично, я сделал себе бедроковый... Получилось тоже, да? Ты тоже сделал? Да, смотри, все отлично. Теперь нам осталось сделать только рычаг, кабан. Все мы знаем, как он делается. Палка это и булыжник. Это самое сложное. Да. Все, теперь, кабан, давай посмотрим, как он работает. Смотри, я ставлю его на наковальню. Видишь, да? Ставлю рычаг и нажимаю. Эта штука добывает совершенно любой блок, включая бедрок. И так за секунду мы можем добыть очень-очень много бедрока. А, ну, это все прекрасно. Что, пойдем тестить, что ли? Пойдем тестить. Погодите, сейчас я на всякий случай меч еще сделаю. Бедроковый? Бедроковый, а то вдруг, ну конечно, а то вдруг нападут на меня. Слушай, давай. Взял, отжал мой один алмаз, не надо было тебе кидать 4. Попросил уже 3. Блин, круто смотрится, кстати. О, откуда? Да я тебе отдал, сделай себе тоже, что ты. Откуда? Ладно, сделаю. Окей, теперь у меня есть бедроковый меч.
Чего? Кто ты чё? У нас тут в бедроковых штанах? Ты чё? Ах ты! Подожди-ка! Мне ровно хватает, кабанчик. Тоже сделал? Да, ладно, все, отправляемся вниз и добываем новый бедрок. Ехали. Куда поехали? Спускаемся. Ребята, сейчас копались до бедрока и, прикиньте, случайно нашли алмаз. Вот это... О, еще один алмаз. Еще алмаз! Думаю. Кабан, еще алмаз! Что? Четыре алмаза на халяву. Топор сделаем. О, а вот и бедрок. Отлично. Окей, давай подготовим почву и тогда уже поставим устройство, да? Давай попробуем. Вот что мне одно только не нравится. То, что слой бедрока, он как бы маленький. Ну да. Двухслойный, трехслойный. Тут бы не упасть. Окей, я ставлю, кабан, смотри. Если добудет, то мы гении. Добыл! Все, отлично! Я не видел слишком быстро. Вот еще раз тебе. Он добывает это за секунду. А как там забрать обратно механизм? Ну, кирочкой. Это всяко быстрее, чем киркой копать. Ты всосал мою ферму. Спасибо. Боже, как это сложно. Кабан, слушай, мне кажется, эту систему надо будет усовершенствовать. То есть всякие поршни, чтобы оно само двигалось, ну ты понял. Ну да, только мне кажется, мы это не сделаем, мы тупни. Согласен. Поэтому делаем как есть. В общем, ребят, добудем достаточно бедрока и вернемся. Кабан, вес! Кабан, моя ферма упала! Блин, боже мой! Куда за ней? О, нет, кирку выбросил! Чего? Я нажал случайно, кабан! Ну ты реально, что ли, серьезно? Ладно. Надо быть. У меня всего хватает, кабан, у меня всего хватает. Не знаю, ну могу тебе гранит дать. Зачем мне гранит, боже мой? Вот это было сейчас очень-очень обидно. Ладно, ребят, добудем достаточно бедрока и вернемся. В общем, ребята, благодаря ферме кабана мы добыли достаточно бедрока и даже добыли алмазов. Поэтому мне хватает на все бедроковые инструменты. И в теории даже на броню хватит. А вот кабан уже начал строить нам дом. Окей, ты, кабан, я смотрю, уже броню сделал, а я сделаю инструменты, которых мы еще даже не видели. Броня, кстати, очень классная. Попробуй, погоди, попробуй ударь меня бедроковым мечом. Мне даже интересно. Ну-ка, так у меня есть, зачем ты мне даешь? Так, давай, ударяю и... Пол сердца, братан, ну ты лох. Бедроковым мечом? Ай, подожди, ударь. Три сердца. У него урон 7,5. Это на 0,5 больше, чем у алмазного меча. Но я думал, будет жестче. Окей, я сделал себе тоже фул броню. И у меня осталось бедрока для того, чтобы построить нам дом. Кстати, я добыл себе инструменты, и поэтому могу очень быстро копать все. Камень, булыжник, руды, землю. Нифига себе. Хочешь попробовать инструменты? Я вроде все попробовал. Давай, на, тогда иди дом строй. Окей, окей, давай мне бедрок. Че, сколько у тебя? Подожди. Ты мне дал... Чего? Явно меньше ты мне дал, кабан. Окей, окей. Так у кого механизм? У тот и батька. Ладно, батька, хорошо. Дострою нам сейчас дворец. Ну да, лопата копает намного быстрее, чем алмазная. Согласен, бедрок все-таки. В конце концов, в обычном Майнкрафте где-то еще увидишь бедроковые инструменты. Вот бы зачаровать их, конечно, бы еще, чтоб прям, ну вот вообще не докопаться было. Ну да, слушай, а ты думаешь, можно зачаровать их? Так давай проверим. А как ты хочешь ее зачаровать? Сейчас мы, ребята, попробуем их зачаровать. Если получится, то это очень круто. Это реально будет очень круто. Погнали? У нас есть дом, да, погнали. Вот твоя кровать, вот моя кровать. Чё? Офигенно. А почему твоя кровать выглядит удобно, а моя как будто ее перевернули? Ну, ты будешь на коре спать, а я на срезе. Прикольно придумал, кабан. Ну все, давай зачаровывать. Итак, ребята, мы из креатива взяли стол зачарования и проверили. Их реально можно зачаровать. Теперь они какие-то нереально сильные. Посмотри просто на топор, на лопату эту бешеную. Посмотри, кабан, что? У тебя кирка на что? Кирка на эффективность 4 и прочность 3. О, у нас они одинаковые, только зачем на бедроковую кирку прочность? Не знаю, и я нашел еще один блок. Кабан, это смесь бедрока и обсидиана. Мне кажется, это самый крепкий блок на планете. Посмотри, мы его еле-еле ломаем по сравнению с бедроком. О, да, был, молодец. Ну и на самом деле, ребята, на этом данный ролик будет подходить к концу. Ты что, броню зачаровал, что ли? Да, знаешь на что? На прочность. Красава, бедрок на прочность. Ну а микрофон был Фикс и Кабан. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кабана и доброго. Можете даже на мой подписаться. Всем пока и большого, очень большого. Ты как будто сейчас чихнешь. Кабана. Всем пока. Ну все, чихай, кабан, можно. Как знал, как знал. Всем пока.